отпраздновали 175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского, насладившись написанными им музыкальными произведениями. Оперы и романс великого композитора исполнили студенты и выпускники музыкальных вузов страны. Петр Ильич Чайковский – автор более 80 произведений, в том числе 10 опер, 3 балетов и 6 симфоний. Его камерные сочинения, а именно более 100 романсов, считаются жемчужинами вокального творчества. Праздничный концерт стал подарком и для публики, и для самих артистов. 2015 год – это год, когда все музыкальное сообщество будет праздновать 175-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Это великой дате и посвящен наш концерт. И мы с большим удовольствием и с большой радостью выступаем здесь сегодня. В программе прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского. Это романсы и очень много арий из самых знаменитых опер композитора. И мы надеемся, что наш концерт всем очень понравится.